Здравствуйте, с вами Казфиг, и сегодня речь пойдет об очень известном крупном корабле республики в предвоенный период, и это был именно тяжелый крейсер Дредноут. Не путайте его с кораблями класса Дредноут. Разработанный наш сегодняшний пепелац был весьма известной компанией Rendally Star Drive, которая также известна и другими кораблями вроде ZR типа Победа, крейсеров типа Молотоголовый и штурмовым фрегатом Марк 1 и 2. Более того, насколько мне известно, именно у них сепаратисты выиграли проект авианесущего крейсера типа Провидение. Да и в целом, этот проект поначалу был эдаким улучшением конструкции старого проверенного тяжелого крейсера Dreadnought. По разным данным, первые корабли этого типа сошли со стапелей примерно за 119 лет до битвы при Явине. Из-за этого старые корабли быстро устарели, притом данный корабль не нарушал пост русанской классификации боевых кораблей. Для тех, кто не в курсе, скажу, русанская реформа была предложена в 1000 году ДПЯ после окончания новых ситских войн и перехода ситхов к правилу двух. Тарсусом Валорумом и ограничивала длину военных кораблей 600 метров и, насколько я помню, вводил ограничения на скорость и навигационные возможности военных кораблей и отменял полноценную общую республиканскую армию и флот, заменяя его наполовину военными и наполовину полицейскими силами, так называемым корпусом юстиции. Потому и тяжелый крейсер типа Dreadnought был длиной именно 600 метров. Также уточню, что многие в республике клали на эти ограничения большой красивый болт. И Куат, еще тогда строивший многокилометровые линкоры, вроде тех же мандаторов, и торговая федерация, летавшая на 3-километровых кораблях, типа барышник с турболазерами. Хотя тут стоит оговориться, что барышник не считался по закону военным кораблем, но закон запрещал для транспортных и грузовых кораблей использование турболазеров, но, как было видно еще в первом эпизоде, они спокойно летали с полным арсеналом. Сам корабль делался, конечно же, не с нуля, его делали на основе мандалорского крейсера, типа Кандосии, времен Мандалорских войн. Дредноут был прекрасно вооружен, имел отличное бронирование и был способен противостоять практически любому серийному кораблю аналогичного класса на момент своего появления. И хотя со временем появились более совершенные боевые корабли, даже во времена Галактической Гражданской войны, Дредноут мог быть опасен для многих кораблей. Вплоть до появления звездных разрушителей типа Победа, Авинатор, Дредноуты были одними из самых крупных и мощных массовых кораблей во флотах всех членов Старой Республики. Они охраняли территории от посягательств соседей, охраняли торговые маршруты от пиратов, помогали вести захватнические войны и занимались патрулированием. За десятки лет своей службы в различных флотах дредноуты повидали множество сражений, однако подлинной проверкой их возможностей стала война клонов. Корабли для республиканского флота ВАР были мобилизированы из состава локальных про-республиканских флотов и входили в состав эскадр на правах ополчения. В отличие от экипажа Винаторов и Побед, экипажи дредноутов комплектовались исключительно из не-клонов. Несмотря на дороговизну в обслуживании, Дредноут за несколько десятилетий стал очень распространенным кораблем во всех республиканских или прореспубликанских государствах. Нередко корабли этого типа были основой флота вооруженных сил локальных правительств. Учитывая распространенность дредноутов, большой опыт их эксплуатации многими мирами, неудивительно, почему именно крейсеры этого типа были выбраны для создания огромного исследовательского корабля «Сверхдальний перелет» в 27 ДПЯ. В конструкции корабля для заполнения корпуса использовалось 6 дредноутов.
Проект «Сверхдальний полет» был детищем знаменитого мастера-джедая Джоруса Кбаута. Задуманный в 29-м ДБЯ, он планировался как масштабная экспедиция в неизведанные регионы и в конечном итоге за пределы галактического края в другую галактику. Семьи будут взяты с собой в надежде колонизировать миры в неизвестных регионах и за их пределами, расширяя территорию Галактической Республики. Официально сверхдальний перелет был предложением Совета джедаев. Но могущественный Кбаут взял на себя контроль над проектом, став его главным защитником. Причины поддержать проект у всех были свои. Джедаи хотели найти новые формы жизни и создать колонии. Также они искали Верджер, которая была захвачена Южуань Вонгами с планеты Занамас и Кот. Сенат хотел, чтобы республика закрепилась в неизведанных регионах или вообще за пределами галактики. Ну и у Палпатина были свои планы и видел преимущество возможности уничтожить большее количество джедаев одной атакой, вдали от внимания общественности. Он также знал об угрозе со стороны Южуань Вонгов и не хотел, чтобы они были обнаружены до того, как галактика станет достаточно сильной, чтобы сразиться с ними. Для Палпатина сверхдальний полет должен был провалиться и стать смертельной ловушкой для джедаев на борту. Суммарно на борту находилось 45 тысяч колонистов и 5 тысяч членов экипажа. Среди них были Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер. Эти товарищи вообще были в те времена в каждой бочке затычкой. Сидиус организовал засаду на него из 15 кораблей Торговой Федерации и Техносоюза с 3000 истребителями типа «Стервятник» под командованием вице-лорда Сивкаф и Кинмана Дориана. Однако засада не удалась, и они встретились с силами обороны Чисов под командованием Трауна, и Чисы их разбили, уничтожив все корабли, кроме флагмана «Темная месть». Траун связался с «Темной местью», и Дориан объяснил цель их миссии, заявив, что джедаи представляют угрозу для чисского пространства. Траун ему не поверил, и Дориан был доставлен на борт корабля Трауна. Там он рассказал Трауну о реальной угрозе – Вонгах, и о том, что эта экспедиция может привести к тому, что Вонги узнают о республике слишком рано, до того, как она станет империей и сможет отбиться. В результате они организовали засаду, долго описывать все то, что там произошло, но в конечном итоге в панике Кинман Дориан отвлек дроидов-стервятников от Вагари и отправил их врезаться в корабль. Специальные радиационные бомбы на некоторых кораблях дроидов, которые Траун намеревался использовать против Вагари, затем взорвались внутри каждого дредноута сверхдальнего полета. В результате некоторым Вагари удалось сбежать. Если вам очень интересны эти события, советую прочитать роман Тимоти Зана «Сверхдальний перелет». О длине уже было сказано выше, она составляла 600 метров, ширина 116,5 метров, высота 129,7 метров с учетом высоты локатора и 123,3 без него. Полный экипаж составлял 16 113 людей, или нелюдей, что крайне много для корабля такого размера. Минимальный экипаж различается, у базовой версии он 9 тысяч человек, у имперской от 9 до 5 тысяч человек, 2 тысячи для кораблей флота Катана, построенного в 46 году ДБЯ. Сам флот состоял из 200 крейсеров типа Дредноут. Также укажу, что на борту этих кораблей были шагоходы АТРТ. Корабли могли контролироваться с флагмана флота дредноута Катана. Для этого использовали систему «Рабская цепь». Благодаря ей все корабли флота в точности выполняли все действия флагмана. Это позволило сократить число обслуживающего персонала с 16 тысяч до 2200 для каждого корабля. Также крейсер типа «Дредноут» мог нести до 3000 солдат десанта и несколько десятков единиц бронетехники. Сам проект по воссозданию флота провалился. Один или несколько членов экипажа флагмана подхватили вирус Улей, распыленный биотеррористами. К началу войны клонов Сенат предположил, что создателем или вдохновителем создания вируса был арканианец Зета Магнус, связанный с Конфедерацией независимых систем, в одном из портов захода во время первого рейса флота. Указанный вирус, особенность которого состоялась в том, что он сводил своих жертв с ума непосредственно перед тем, как убить их, распространялся по всем 200 кораблей, пока они находились в спящем состоянии. Когда он внезапно вспыхнул, то уничтожил почти всех. Зараженные члены экипажа, вместо того, чтобы звать на помощь, продолжили управлять кораблями. Из-за этого командный состав Катаны тоже впал в безумие и слепо прыгнул в гиперпространство без расчета координат, забрав с собой весь флот.
Пропавший флот оставался необнаруженным до тех пор, пока 6 ДБЯ на него не наткнулся контрабандист капитан Хофнер. Хофнер и его штурман офицер Сенсор Телан Карде были единственными на борту, кто знал о находке, но ни один из них не осознавал, что другой человек знал секрет. Каждый из них скрывал местонахождение флота до тех пор, пока не настал подходящий момент, чтобы его использовать. Позже Хофнер договорился о продаже отдельных дредноутов Катана Гарм Белл Иблису, который в конечном итоге накопил ударную группу из 6 кораблей, включая свой командирский корабль Сапсан. Траун приобрел все дредноуты, кроме 22, до прибытия сил Новой Республики. Эти оставшиеся корабли, за исключением одного дредноута, уничтоженного во время битвы, стали частью флота Новой Республики. Скорость в космосе была по разным данным от 13 до 40 МГЛТ, что можно объяснить тем, что некоторые корабли проходили ремонт и модификации. Большинство крупных кораблей периода войны клонов имели скорость от 50 МГЛТ. Гипердвигатель был крайне медленный. При имперской власти корабли были модернизированы и получили гипердвигатели второго класса. Был у дредноута и резервный гипердвигатель, но на нем он летел бы как сонная эстонская черепаха, так как он был всего лишь 18 класса. Максимальная автономность у этого корабля была 2 года, что в целом неплохо. Теперь перейдем к тому, что более интересно, к броне и вооружению. Щит SR-115, броня DR-20, порог повреждений 253 и ХП 1680. Для примера возьму фрегат типа «Щедрый», так как это основной корабль флота КНС, несмотря на то, что он больше. По анаксисской классификации они оба средние крейсеры. Итак, щит SR-165, броня DR-20, порог повреждений 249 и ХП 1080. Как видно, щит у основы флота сепаратистов сильно мощнее SR-115 против 165, и броня в целом схожа, но конструкция от дредноута намного более живучая и прочная. Не говоря уже о том, что его мостик не выпирает и не выглядит как остекленный балкон, который очень быстро уничтожается сразу после того, как слетает щит, а то и раньше, если бомбардировщику удается залететь под щит, и двигатели у дредноута отлично прикрыты броней. У «Щедрого» они хорошо прикрыты только сверху и снизу, а с бортов их можно обстреливать без проблем, хотя это все равно лучше, чем у «Винатора» или у «Акламатора», у которых двигатели торчат наружу, прикрытые только верой в Республику, Сенат и Верховного Канцлера, ну и щитом, пока его не собьют. Вооружение было таким – 10 тяжелых турболазерных пушек, размещенные по 5 в бортовых турелях. Эффективная дальность – 75 км. Артиллерийский расчет – 5 канониров на орудие. 20 щетверенных турболазерных пушек, 6 в носовой части и по 7 на левом и правом борту. Эффективная дальность 80 км, артиллерийский расчет 3 канонира на орудие. 10 легких турболазеров, 5 в носовой части и в 5 в кормовой. Эффективная дальность 60 км, артиллерийский расчет от 2 до 4 конвоиров на орудие. Или 20 легких четверенных турболазерных пушек, 15 турболазеров неизвестной мощности, 15 тяжелых турболазеров. Иногда в состав вооружения корабля может быть добавлена ракетная пусковая установка с боезапасом 25 ракет или ионные пушки. Сенсоры. У сенсоров был пассивный режим 30 единиц, режим сканирования 50 единиц, поиск 100 единиц и фокусировка 4 единицы. Ангар. У базовой версии корабля он отсутствовал, но позже появились улучшенные версии в имперский период. Их авиагруппа состояла из одного челнока, вероятно типов «Лямбда» или «Страж», 12 сит истребителей и дополнительно могли быть внешние стыковочные узлы для дополнительных истребителей или пары сит бомбардировщиков. Стоило это все великолепие недорого – 7 миллионов кредитов. Слишком дешево, так как тот же «Щедрый» стоит 12 миллионов кредитов. Но вот на черном рынке дредноут продавался за 35 555 тысяч кредитов, что уже крайне дорого. За уже по сути устаревший корабль, так как маловероятно, что в ходу на черном рынке были модернизированы имперские дредноуты. Перед тем, как перейти к истории боевого пути этого корабля, затрону вопрос классификации. Официально этот корабль называют тяжелым крейсером. Но при этом по анаксисской классификации, принятой незадолго до войны клонов, он не тяжелый, а средний крейсер.
После ввода в строй дредноута нашли применение в прекращении крупных конфликтов, но их недостатки быстро стали очевидны. Чтобы устранить самый вопиющий недостаток флота дредноутов, военно-галактической республики разработали технологию, позволяющую снизить требования к экипажу. Установив полнофункциональную систему подчиненных схем, необходимое количество членов экипажа можно сократить с 16 тысяч на корабль до более приемлемых 2200 человек. Но про флот Катана речь уже заходила выше, так что не буду повторяться. Помимо галактических правительств и организаций, местные силы также использовали эти корабли, поскольку они представляли собой более дешевую и более доступную альтернативу большим военным кораблям, предназначенным исключительно для богатых и промышленно развитых секторов. Из-за торговых ограничений, наложенных Торговой Федерацией, миры внешнего кольца были вынуждены полагаться на самодельные истребители и упрощенные военные корабли для собственной защиты, иногда получая доступ к старым проектным планам, что приводило к появлению локализованных вариаций дредноутов. Например, силы безопасности Утапау построили и использовали несколько кораблей для борьбы с пиратством, правда, во время оккупации силами КНС. Им это не сильно помогло. Крейсеры типа Дредноут также входили в состав флота внутренней обороны Рендилии и сыграли довольно важную роль во время битвы при Рендилии в 2020 году ДБЯ. Но, я думаю, эта битва заслуживает отдельного рассказа. Во время войны клонов дредноуты активно использовались во многих сражениях, включая битву при Дура, битву при Рендире и битву за Корусант. Поскольку более совершенные десантные корабли и звездные разрушители были зарезервированы для экипажей клонов и преданных своему делу офицеров Республики, силы планетарной безопасности и добровольческие вооруженные силы Республики активно использовали класс дредноут. В период Галактической гражданской войны тяжелые крейсеры типа Дредноут стояли на вооружении Галактической империи и Альянса повстанцев. Хоть это судно по-прежнему считалось одним из наиболее эффективных кораблей своего класса и размера, использовавшихся в то время. Во время конфликта Дредноут становился все более редким, напряжение боя, аварии или просто устаревание приводили к разрушению корабля, а дефицит деталей к кораблям этого типа только возрастал. Учитывая, что корабль также требовал большого экипажа и был оснащен устаревшими системами, Империя не считала дредноуты достойными затрат на ремонт, и сломанные корабли нередко оставались брошенными на верфях или на орбитах планет. С другой стороны, многие бывшие имперские корабли поддержки были спасены, переоборудованы и включены в состав повстанческого флота, поскольку командиры повстанцев в значительной степени полагались на тактику массивного применения МЛА. А дредноут мог нести целую эскадрилью истребителей в данном ангаре, что, конечно, немного, но лучше, чем ничего, особенно для повстанцев с их крайне ограниченными ресурсами. Большое количество модификаций, внесенных в класс Дредноут ранним альянсом повстанцев, также породило еще одну серию крупных кораблей, известную как штурмовой фрегат Марк 1 и 2. Если в первой версии штурмовой фрегат был похож на дредноут, то вторая версия имела мало общего с оригиналом. Большая часть конструкции звездолета была изменена, что привело к значительному сокращению количества персонала, необходимого для управления боевым кораблем и снижению живучести корабля в пользу улучшения маневренности и скорости судна при сохранении хорошего вооружения. Все еще молодой флот Новой Республики использовал подаренные, захваченные или восстановленные крейсеры дредноут. Пока флот обороны Новой Республики официально не вывел их из эксплуатации после проекта модернизации нового класса. Во время Южуань-Вонской войны дредноуты продолжали использоваться Новой Республикой и ее преемником – Галактической Федерацией Свободных Альянсов. Некоторые дредноуты использовались в качестве строительного материала для скрытого храма во время Ситха-Имперской войны в 127-м ППЯ. Начну с модификаций, сделанных Альянсом повстанцев. Штурмовой фрегат Марк 1. Этот корабль был длиннее дредноута на 100 метров и имел более мощный щит SR-150 при несколько более слабой живучести HP 1500 и порог повреждений 252 при аналогичной броне. Также он обладал более высокими скоростными качествами – 60 MGLT и второй класс основного гипердвигателя и 12 класс резервного. Что уже вполне неплохо, например, у ИЗР один основной гипердвигатель был такой же, а резервный не сильно лучше, 8 класса. Вооружение. 15 лазерных или легких турболазерных пушек,
20 четверенных турболазеров, 15 турболазерных пушек. На мой взгляд, с одной стороны, корабль лишился тяжелых турболазеров, но стал более универсален и более приспособлен для боев с ЛМА. У дредноута легких лазерных пушек или было меньше, или могло не быть вовсе. Ударный фрегат – следствие вынужденной модернизации мятежниками тяжелых крейсеров типа дредноут, доставшихся им в наследство от Старой Республики. Причина, побудившая повстанцев видоизменять вполне боеспособные корабли, была в чрезмерно большой численности экипажа, необходимого для полноценного функционирования дредноута. А ведь именно люди были одним из важнейших ресурсов Альянса, и именно их частенько не хватало. Из-за больших затрат времени и средств, необходимых на проведение переделки, штурмовой фрегат был большой редкостью во флоте Альянса. Во время переделки демонтировалась большая часть конструкции корабля. Облегчая таким образом корпус, удалось добиться повышения субсветовой скорости без увеличения мощности двигателей. Это позволяло существенно экономить топливо и энергию. Для улучшения маневренности повстанцы установили два больших плавника, на котором разместили группу маневренных двигателей. Стремясь снизить численность экипажа, было установлено множество автоматизированных систем, а в состав экипажа включили большое количество дроидов, взявших на себя 60% задач по управлению кораблем. Все видоизмененные таким образом дредноуты сильно отличались друг от друга, что только прибавляло проблем техническому персоналу во время ремонта. Но были у всех фрегатов общие черты. Одинаковый комплекс вооружения, высокая степень автоматизации и отсутствие ангарного отсека, замененного на ряд стыковочных узлов и шлюзов. Несмотря на кустарный характер переделки, эти ударные фрегаты оказались весьма удачным проектом, успешно громя имперские конвои и их корабли охранения. Первым известным случаем боевого применения ударного фрегата стал налет повстанцев на Камина в первом году ДБЯ. Также странно, что повстанцы не озаботились установкой ангара на эти корабли, учитывая их тактику, основанную на применении большого числа истребителей и бомбардировщиков. Ударный фрегат Марк II. Данный ударный фрегат, получивший обозначение модель 2МК-2, является дальнейшим развитием проекта переделки старых тяжелых крейсеров типа Dreadnought. Еще республиканской постройки под нужды Альянса повстанцев. Хотя мод 2 основан на том же корпусе, что и предшествующий вариант внешне, он мало напоминал оригинальный корабль. Данный вариант переделки был предложен Альянсу инженерами корпорации Rendally Star Drive, многие десятилетия назад спроектировавших и построивших большинство модификаций дредноутов. Благодаря удачной пропаганде, значительная часть специалистов в руководстве корпорации симпатизировали мятежникам. Проект разрабатывался втайне от Империи, а сама переделка производилась на других верфях с соблюдением всех мер предосторожности. Но имперская разведка не зря ела свой хлеб. Вскоре после того, как первые переоборудованные корабли сошли со стапелей, агенты имперских спецслужб обнаружили виновников. Тотчас же были произведены задержания и серия спецопераций по окончательному выявлению и аресту пособников повстанцев. В результате проект был свернут. Большинство причастных арестовали. Несколько инженеров и мятежников были убиты при задержании или казнены по обвинению в государственной измене. В результате флот Альянса пополнился лишь несколькими кораблями Марк II. Благодаря участию в проекте высококлассных инженеров крупной судостроительной корпорации удалось избежать ряда конструктивных ошибок. Впрочем, от Марк 1, за исключением внешнего вида, новый ударный фрегат практически не отличался. Была установлена другая модель легких турболазерных пушек, увеличившая дальность и мощность стрельбы. Также корабль облегчили и установили на него более совершенный щит – производство Мон Каламари. Также, несмотря на отсутствие ангара, он получил 20 стыковочных креплений и отсек для одного челнока. Сверхдальний перелет. Про него уже заходила речь ранее. По сути, это были 6 дредноутов, соединенных в форме звезды вокруг центрального ядра. Центральное хранилище было главным центром сверхдальнего перелета и содержало еду и припасы, необходимые колонистам в путешествии. МАС Рамдар.
тяжелый крейсер класса «Дредноут» республиканского флота, во время войн клонов, командиром которого был лейтенант-командер Лорд Нида. Являясь частью 5-й ударной группы флота Корусанта, Мас Рамдар служил во время битвы за Корусант в 19-м ДБЯ, уничтожив или выведя из строя множество военных кораблей Конфедерации во время 7-дневного космического сражения над Корусантом. В последний день битвы 5-я ударная группа, состоящая из одного дредноута и трех крейсеров типа Карак, Честность, Неукротимый и Настойчивый, столкнулись с авианесущим крейсером класса Providence, «Невидимая рука», на борту которого находился плененный верховный канцлер республики Палпатин. Мас Рамдар и остальные члены 5-й ударной группы не позволили «Невидимой руке» сбежать из системы Корсанта, позволив паре джедаев проникнуть на флагман и спасти Палпатина. Катана. Флагман флота Катана, о котором также уже говорилось ранее. Около 45 ДБЯ он был потерян вместе с остальным флотом из-за вспышки вируса Улья, насколько я знаю, распыленного биотеррористами. Хотя флот был вновь открыт 50 лет спустя, и большая часть захвачена Империей, сам дредноут Катана был одним из 15 кораблей, возвращенных Новой Республикой. Команда, возглавляемая Люком Скайуокером, смогла использовать Катану, чтобы уничтожить звездный разрушитель класса Имперский-1. Хан Соло использовал средства управления его подчиненной цепью, чтобы протаранить одним из других дредноута «Звездный разрушитель». Именно там они впервые обнаружили клонированные войска Трауна. Сапсан – тяжелый крейсер класса «Дредноут», служивший во флоте Катана, Старой Республики. А затем флагман генерала был Иблиса во время Галактической гражданской войны. Браксан Кости Крашер. Первоначально Браксант Храбрый был крейсером класса Дредноут времен Старой Республики. Захваченный Грант адмиралом Трауном во время его рейда на флот Катана. Стареющий корабль был переоборудован осколком Империи во время Южань-Вонгской войны для использования в самоубийственной миссии. Артезианское железо. Дредноут, о котором известно только его название, и то, что он был уничтожен 21 ДБЯ во время битвы за Дура в боях с силами сепаратистов. Выдающееся положение, тяжелый крейсер типа Дредноут, служивший в составе республиканского флота во время войн клонов. Он был разрушен сепаратистскими силами во время битвы при Дура. Левиафан. Знаменитый тяжелый крейсер класса Дредноут, служивший Галактической Республике в качестве антипиратского корабля. Левиафану были предоставлены расширенные ангарные отсеки, позволяющие перевозить 60 звездных истребителей, и под командованием альтерианского капитана Тренса Воша Левиафан был отправлен Галактическим Сенатором для патрулирования торговых путей и обеспечения соблюдения торговых законов Республики. Однако в последние годы существования Республики Сенат часто не мог прийти к консенсусу относительно того, куда следует отправлять Левиафан. И в результате у корабля часто не было никакой официальной миссии, кроме патрулирования галактики в поисках пиратов. Новая надежда. Старинный тяжелый крейсер класса Дредноут. После завершения службы он был размещен на орбите вокруг планеты Чурба и служил военным музеем. Первому ДБЯ он был захвачен альянсом повстанцев с помощью 4 буксиров и переброшен в совершенно скрытое место. Там его отремонтировали и перепрофилировали. Эта невоенная победа сделала альянс сильнее. Переименованный в Новую Надежду, он иногда использовался в качестве командного корабля Мон Монтмы и действовал благодаря рвению своей добровольной команды. Мерсель Кибир. Тяжелый крейсер класса Дредноут, служивший флагманом флота внутренней обороны Риндили. Во время войн клонов им командовал капитан Джейс Далин. Среди других офицеров был лейтенант Меллор Яго и Галан. После битвы при Риндили Мерсель Кибир присоединился к республиканскому флоту вместе с остальным флотом Риндили. Название корабля является отсылкой к реальному Мерс-эль-Кибиру, Среднеземноморскому военно-морскому порту, который служил базой французского флота. Королевский флот Великобритании начал операцию «Катапульта» с той же целью, что и республиканская миссия на Риндили. Обезопасить французский флот, либо приняв его на вооружение союзников, либо уничтожив. Месть. Галактический республиканский тяжелый крейсер класса Дредноут, действующий во время войн клонов. Харриер.
тяжелый крейсер класса «Дредноут» под командованием Новой Республики. «Харриер» был одним из шести «Дредноутов» Катана, использованных генералом Гарм Белл Иблисом. Позже он был частью оборонительного флота «Корусанта», когда гранд-адмирал Траум атаковал планету, используя свои замаскированные астероиды, чтобы заблокировать систему. Додонна. Этот фрегат появился во флоте мятежников до битвы при Эндоре. Он был назван так в честь героически погибшего генерала Альянса. Но позже выяснилось, что он не погиб, но название оставили. В составе флотской группы Веджа Антильса фрегат принимал участие в так называемом кризисе Черного Меча. Свободная звезда. Принимал участие в битве при Билбридже. Battle of the Billbridge. В ходе которой осуществлял нападение на боевую орбитальную станцию «Зеленый-1» (Green One) типа «Голлан-2». Яд Тирана. Принимал участие в битве при Билбридже, в ходе которой осуществлял нападение на боевую орбитальную станцию «Зеленый-1» типа «Голлан-2». Спасибо большое за просмотр, это мое первое видео на этом канале. Мандраж и страх очень повлиял на финальный итог, но я надеюсь, что это не сильно помешало вам окунуться в изучение этого интересного корабля. Во время подготовки к этому видео я узнала много чего нового и надеюсь, вы тоже. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал. Также вы можете поддержать нас финансово на Boosty. Ну и не забудьте написать, о чем бы вы еще хотели послушать в будущем. А у микрофона была Каз, сценарий подготовил Днище в тундре, вещали для канала Will Studio.